Скажи, ты здесь видишь страшных чудовищ? Да! Гадая! Добрый день, в эфире снова рубрика «Идем в кино». Нас, как всегда, двое: Саша Комлев и Любава Словолюбова. Обо всех киноновинках в ближайшие 3 минуты никуда не уходите. Не переключайтесь. Ну, наконец-то, друзья, на этой неделе выходит новый фильм про Росомаху, основанный на комиксах 1982 года. В этом фильме Логан отправляется в Японию, влюбляется там, в кого бы то вы думали, в дочь главы клана Якудзы. Какая-то Ромео и Джульетта 21 века. Ага, интрига. Смотрите подробно в кино уже на этой неделе. Твой дед сказал, что я ронин. Самурай без господина, которому незачем жить. Был прав. И снова комиксы. Нереальная жизнь с вполне реальными преступниками, сыщиками, которые все это расследуют, то есть с целым департаментом. Итак, одноименный фильм «Призрачный патруль» уже на этой неделе. Не пропусти. Ни в коем случае. Такого что-то не припомню. Если мертвые одержат верх, миру людей конец. Они ошиблись адресом. Этот мир принадлежит живым, и призрачный патруль об этом позаботится. Пока все неплохо. Кроме грядущего апокалипсиса. Призрачный патруль. Суперскорость и мегасюжеты – самое главное. Это мульт. Ну да, для тебя это самый главный факт. Да. Все никак мультиков не насмотришься. Отстань, а. А вы, как и я, смотрите мульт про суперулитку в формате 3D. Меня зовут Турбо. Оу, я бы хотел такое имя. А ты перешел рубеж? Какой рубеж? Какой? Тихоокеанский, конечно. Ну, в смысле, ты имеешь в виду, успел ли я посмотреть? Да, успел ли ты посмотреть? Ну, пока нет. Ну, успей. Последнюю неделю в прокате в кино «Тихоокеанский рубеж». Там море чудовищ и грозящий всем апокалипсис. Бах-бах-бах. Саш, ну не пугай меня, сколько раз говорила. Друзья, ну если вы любители пощекотать свои нервы, то вам прямая дорога в кинотеатр «Мир» с 3 на 4 августа на «Ночь кино». Так еще самое главное, если вы придете в каком-нибудь страшном одеянии, то получите бесплатный месячный абонемент, соответственно, на двоих. И море призов от наших партнеров. Ну, генеральный партнер Орск.ру и Радио Хит. Также Ристо Клаб Качели, твою одежду для тебя, семечки Баумбах, Кока-Кола, Айстор, авторизованный реселлер в городе Орске. Приходите, будет страшно. Страшно и интересно. Много призов, это я вам обещаю. И на этом все о кино, и теперь немного о еде. Летняя терраса уже открыла свои двери и ждет вас, готова порадовать вас летним меню на углях, концертами мировых звезд на экране и также живой музыкой. Записывай наши координаты. 340-320 – это телефон автоответчика, наш сайт в интернете mir56.ru, ну и группа ВКонтакте так и называется – кинотеатр «Мир». Увидимся где? В кино. С тобой.